Здравствуйте! Рада вас снова видеть. Сегодня наш тренировочек будет с гантелями. Если у вас нет гантелей, возьмите бутылки воды, наполненной водой. Это будет альтернативой. Сначала начнем с разминки. Втягиваем пупок с выдохом, позвонок за позвонком. Вытягиваемся вдоль кора. Расслабьте шею, голову, плечи, лопатки. Носом глубокий вдох. Раздуваем ребра. С выдохом смыкаем нижние ребра. Пупок подтягиваем снизу вовнутрь, удерживаем. Носом глубокий вдох. Раздуваемся в ребра. И с выдохом смыкаем нижние ребра. Еще раз вдох. И с выдохом поднимаем голову, плечи, лопатки. Втягиваем пупок. Всю поясницу плотно прижали к полу. Живот плоский. Контролируйте, он должен быть все время плоский, не давайте ему надуваться. Опускаемся и вытягиваемся за руками, позвонок за позвонком вытянемся. Вдох, с выдохом, руки возвращаем, поднимаем голову, плечи, лопатки, втягиваем пупок, вдох. И с выдохом, позвонок за позвонком, вытягиваемся длинные, растянулись, вдох. И с выдохом руки, голова, плечи, лопатки. Наверху остаемся. Одна ножка параллельно, другая. Втягиваем пупок, крепко держим. Руки к ушам. Большой круг нарисовали. Спокойно и плавно. Вдох. И с выдохом руки прямые. Еще раз вдох. И выдох. Опускаем голову, плечи, лопатки. Руки остаются в потолок. Разровняйте позвоночник, вытянули. Одна рука мимо уха, вторая вдоль бедра. Растянулись и вернули вдох. И с выдохом растянулись длинным позвоночником и вернули вдох. С выдохом вытягиваемся и возвращаемся. С выдохом вытянулись. Еще. С выдохом руки прямые, длинные. И с выдохом остаемся. Стоп. Поднимаем голову, плечи, лопатки. Втянули пупок, ножки. Одну медленно и спокойно возвращаем. Другую с выдохом держим. Низ живота подтянутым. С выдохом опускаем вдох. Коленка, угол не меняется. Таз в одном положении, не опрокидывается. Выдох. А поднимаем вдох. Еще раз. Выдох. И поднимаем вдох. Опускаем голову, плечи, лопатки на пол. И вытягиваем руки в потолок. Руки, ножницы, вытянулись руки. И вернули. Внимание. Меняем руку. И противоположной ногой коснулись пола. Вернули все в потолок. Меняем. Правая рука и левая нога коснулись пола. И возвращаемся. Противоположность с выдохом. Не забываем про пупок. Крепко держим с выдохом. Замечательно. Еще по одному разочку. Удерживаем пупок. Руки вытягиваем. Отлично. Поднимаем голову, плечи, лопатки. Коленки прижали к животу. Руки мимо ушей. Нарисовали большой круг. И прижали ножки. Вытягиваемся, вдох, ноги можно ставить высоко, главное, чтобы поясница была прижата. Вдох, вытянулись, с выдохом большой круг. И еще раз, вдох, большой круг, выдох, прижали ноги и как мячик турбушурпок. А если у вас нет противопоказаний перекатом на спине, такие как грыжа, то еще два раза, последний. Поднимаемся, выходим на четыре точки опоры и берем гантель в правую руку. Ладони точно под плечами, колени под тазобедренными. Левую ногу вытянули, поставили на пальцы ног, приготовили. Втянули живот, убрали лишний прогиб поясницы, нейтральный. Держим низом живота. Приготовили правую руку. Спина неподвижная. Вдох, с выдохом поднимаем конечности и делаем три раза. Спокойно. И опускаем вниз. Держим спину неподвижной. Готовы? Поехали. С выдохом.
Выдох. И вдох. Плечи от ушей. Задняя часть шеи длинная. Плечо не подтягиваем к уху. Лопатку тянем к позвоночнику. Поясница не прогибается. Крепко держим. Еще два раза. Напомню. Продолжая делать эти комплексы завтра и послезавтра, число повторов увеличиваем. Меняем руку. Левая рука, правая нога. Натянули. Приготовились. Вдох. И с выдохом. Руку поднимаем на уровень уха и щеки. Выше не надо. Выдох. 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 Вдох. Втягиваем пупок. Держим поясницу. Натяните ногу. Нога прямая, длинная. И молодцы. Еще. Еще два раза. Лопатки к пояснице. Пупок подтянутый. Последний раз. Отлично. Меняем конечности. Правая рука, левая нога. Приготовились. Выходим наверх. Остается пупок, плечи от ушей и только здесь. Наверх. Выдох. 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 5, 4, 3, 2, 1. Замечательно. Меняем. Приготовились. Пупки, плечи, лопатки. Подняли. И с выдохом. 5, 4, 3, 2, 1. Напомню, число повторов можно увеличить. Гантель в правой руке. Левую ногу натянули. Подняли и зафиксировали. Втягиваем пупок. Правая рука до плеча, выше не надо. Поднимаем, оставляем, зафиксировали, левая нога не двигается. И опускаем только руку. Только рука. С выдохом. Держим. Плечи от ушей, полный контроль. И опускаем. С выдохом до плеча, крепко держим. Опускаем. С выдохом удержаем лопатки к пояснице. Опускаем. Будет последний раз. С выдохом втягиваем пупок. Крепко держим. Замечательно. Меняем. В левую руку гантель. Правую ногу натянули, зафиксировали. Пупки подтянули. Рука левая до плеча. Спокойно удержали. И опустили вниз. Вдох. С выдохом поднимаем. Фиксируем левое плечо, лопатку. И опускаем. И с выдохом вспоминайте про пупок. Шея длинная, не проваливайтесь в плечах. И с выдохом вырастаем из плечи. Все время пупок подтянутый. Еще два раза. С выдохом. Отлично. Последний раз. Замечательно. Меняем. Тянули пупок. Подняли наверх. Небольшое движение рукой. Чуть вверх, чуть вниз. Чуть вверх, чуть вниз. 8. С выдохом. Спокойно. Руку не дергаем. Реально поднимаем и опускаем. Нету резких движений. Движения остаются плавными. 3, 2. Отлично. Последний. Меняем. Подравнялись. Пупки. Натянули ногу. Подняли руку. Вдох. И с выдохом. Спокойно. Чуть вверх. Если вам трудно до параллели поднимать, опустите чуть ниже. Но рука на пол не падает. Делайте меньше амплитуду. С выдохом. Еще 4. С выдохом. Лопатки в пояснице. Еще 2. 1 последний. Замечательно. Убираем гантели. Потянем плечи, лопатки, колени на ширине ребер. И с выдохом потянулись рукой, опустили голову, плечи, лопатки. Расслабили плечо нижнее. Расслабили шею и голову. Дышим глубоко. Вдох. С выдохом расслабляемся. Еще раз вдох. И с выдохом расслабляемся. Поднимаемся наверх. И также в другую сторону. С выдохом. Тянем, 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 тянем. Плечо, ухо положили. Расслабились. Дышим. Вдох.
С выдохом расслабляемся. Еще вдох. Выдох, расслабляемся. Последний раз вдох. Отлично, расслабляемся. Опускаемся на пятки, руки вдоль корпуса и расслабим шею, плечи, лопатки повисли. Дышим носом вдох. И выдох. Еще раз вдох. И замечательно. Выдох. Берем гантели рядышком и укладываемся на живот. Руки в стороны. Плечи от души. Втянули живот. Кости в пол. Лопатки в пояснице. Глаза в пол. Руки приподняли. И сделали спокойные движения. Раз. Два. Три. Расслабили только руки, а грудную клетку держим. С выдохом. Раз. Два. Три. Чуть расслабились. Затылок вперед. Раз. Два. Три. Замечательно. Дышим с выдохом. Потяните пупок. Выдох. 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 Вдох. Лопатки в пояснице. Раз. Два. Три. Еще два разочка. Замечательно. С выдохом. Раз. Два. Спокойно и плавно. Гантели не дергаются вверх, а плавно поднимаются и опускаются. Последний раз. 10, 9, 8, 7, 6. Выдох. Выдох. 3, 2, 1. Руки вдоль корпуса. И какое-нибудь одно ухо положите, опустите плечи, лопатки вниз. Расслабились. Вдох. И с выдохом другое ухо опустили, расслабились. 2, 3. Втягиваем пупок, поднимаем грудную клетку, соединяем лопатки. Затылок вперед, лопатки к пояснице. Приподняли руки. Пальчики в потолок, соединили лопатки. И здесь руками. 10, вниз, вверх, вниз. 8, плотнее лопатки сжали, сколько можете. И тяните их назад. Выдох, на пол гантели не опускаем. Уже 5, 4, 3, 2, 1. Расслабились. Еще один повтор такой сделаем. Втягиваем пупок, лопатки собираем, поднимаемся и выдох. 10. Тоже движение плавное. Плавно наверх и плавно вниз. Не дергайте руки. 5. Дышим. 2. Замечательно. 1. Другое ухо кладем, расслабляем плечи. Гантели снизу оставьте на полу. Руки соединяем в замок и тянемся плечами, лопатками, руками назад, затылком вперед. Пупок не отпускать. 2, 3. Хорошо. Ладошки под плечи. Выходим в чай-позу. Присаживаемся. Вот он, у нас там гром на улице. Вытянулись, растянулись копчиком назад, затылком и руками вперед. Растягиваемся длиннее. Здесь остаемся. И, допустим, правую руку идем, идем, идем далеко в подмышку левой. Ладошка вверх. Расслабились. Выдох. Возвращаем руку на место. И также левой. Идем, идем пальчиками, идем, 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 идем подальше. Дошли. Развернули ладонь вверх и расслабились. Поднимаемся наверх, берем гантель, внимание, гантель кладем в левое коленку, в серединку. Опускаемся на локти, локти в замок, мое любимое. Кленды называются пашком. Пятку прижимаем к ягодице, втягиваем живот, поднимаем ножку наверх параллельно с полом. Поясница не двигается. Отсюда ножку, чуть вверх, чуть вниз. Чуть вниз. Выдох и вдох. Выдох и вдох.
Опять же движение обдуманное. Напрягаем левую ягодицу и поднимаем ножку. Контролируем. Пупок держит поясницу неподвижной. Это обязательное условие, чтобы поясница не проваливалась. Только ягодичный выдох и вдох. Напрягаем, чуть расслабили. Напрягаем, чуть расслабили. И пятка смотрит вам на голову. Не в потолок, а на голову. С выдохом. С выдохом. Еще 4. Выдох. Еще 3. Еще 2. Хорошенько сокращаем. Последний стоп. Задержимся. Дышим. Вдох. Втягиваем пупок, выдох. Глубоко вдох, держим, держим. И выдох. Последний раз вдох. И замечательно выдох. Убираем гантель, присели на пятки, потянулись. Раскручиваемся. Меняем. Пятку прижали к ягодице, втянули пупок. Подняли ногу. Поясница нейтральная. И отсюда выдох, напрягаем ягодицу и вдох. Выдох и вдох. Поясница не двигается. Крепко удерживаем ее пупком. Акцент на большую ягодичную правую. Напрягаем ее. Выдох и вдох. Выдох и вдох. Думаем о том, что делаем. Несколько процентов увеличиваем эффективность с выдохом. Пупок вспоминайте, не опускаем. С выдохом. Замечательное упражнение для больших ягодичек. Так как нога согнута, здесь работает еще бицепс ноги, задняя поверхность ноги. Нога в одну. Еще 2. Выдох. Последний выдох. Остались стоп, дышим, вдох, не опускаем ногу, выдох, вдох, держим, напрягаем ягодицу и выдох. Последний раз вдох и замечательно, выдох, опускаем ногу, убираем гантель и присаживаемся на пяточки, выдох. Кошки с выдохом округляемся, смотрим на пупок и вытягиваемся. Грудь вперед, копчик назад. Подкручиваем таз с выдохом, плечи от ушей, смотрим на пупок. И вытягиваемся длинным позвоночником. С выдохом первый таз, все позвонки вверх и вытягиваемся. Еще разочек с выдохом тщательно посмотрели на пупок и вытянулись длинный. Хорошо. Присаживаемся. Гантели рядом. Пупок за пупком. Позвонок за позвонком. Укладываемся. Опускаем голову, шею, плечи расслабили. Вся поясница прижата. И руки положили на пол, за голову, слегка согнутые локти. Расслабьте мышцы спины. Тягиваем пупок. Вдох, роба, руки, голова, плечи, лопатки. Проконтролируйте. Вам нужны руки, чтобы подниматься. Если вы можете подниматься, опускаться без рук, то возьмите руки в гантель. Если нет, оставайтесь придерживаться руками. Положили голову и руки с гантелями опустили. Первые поднимаем руки, потом голову, плечи, лопатки. Втягиваем пупок медленно, позвонок за позвонком. Спокойно руки поднимаем горшок, дальше не надо. Вдох и с выдохом позвонок за позвонком. Тщательно, тщательно. Положили голову и вывели руки, почти прямые, коснулись пола. Вдох, поднимаем первые руки, голова, плечи, лопатки, втягиваем пупок и позвонок за позвонком. Вырастаем наверх, вдох и с выдохом. Позвонок за позвонком, опускаемся наверх, голова, плечи, лопатки. Вытянули, втягиваем пупок и поднимаем руки в потолок, оставляем shoulder bridge.
Поднимаю копчик. Поясницу. Вспоминайте. Позвонок за позвонком выходим наверх. Вышли. Тянули живот. Копчиком тянемся вверх. Стопы полностью прижаты. Плечи расслаблены. Голова расслаблена. Руки. Вытягиваем костоли из пола. И возвращаем обратно. С выдохом. Коснулись пола и прямые возвращаем обратно. С выдохом наверх вдох. Держим крепко бедра. Последний раз выдох. Наверху стоп. И опускаем позвонок за позвонком наверх. Тягиваем пупок. Одну коленку прижали, другую к себе поближе. Внимание! Руки открываем в стороны, чуть-чуть остаются согнутыми. И возвращаем обратно. Шея длинная, плечи от ушей, позвоночник длинный. Внимание! Одну ножку вытягиваем. Важно, чтобы поясница была прижата. И возвращаем. Открываем руки и вытягиваем ногу. Поясница прижата. Опускайте ногу. Настолько, насколько вы сегодня можете весом удержать поясницу. Дышать будем здесь вдох и выдох. Открываем широкую грудную клетку. Вдох, раздулись ребра. И выдох. Еще вдох, держим пупок. И выдох. По последнему вдох. И выдох. Самый последний вдох. И отлично. Выдох. Повторы можно увеличить. Убираем гантели. Прижимаем обе ножки. Поднимаем голову, плечи, лопатки. И обе ножки вытягиваем вверх. По возможности держим. Натяните полностью заднюю поверхность ног. Хорошо. И кресло-качалка. Начиная с поясницы. Середина спины, межлопаток, напомним, у кого грыжи, кататься нельзя. Еще парочку. С выдохом плавный перекат, последний. И отлично, вырастаем. Стоп. Стопы по-турецки. И с выдохом. Ползем, ползем, ползем вперед. Расслабляем колени, тазобедренный сустав. Расслабляем спину, опускаемся вниз. Оставайтесь здесь в растяжке. А я с вами на сегодня прощаюсь. До новых встреч!